Компания «Караганды-Жарык» продолжает работу по установке общедомовых приборов учета электричества. Такая мера не обойдет стороной ни один многоэтажный дом. Энергетики заявляют, что плюсы налицо. Это и безопасность, и улучшение качества. В настоящее время около 350 жилых зданий оборудованы подобными средствами измерения. Четырехэтажный дом номер 66 по улице Ишимской в прошлом году был оснащен общедомовым прибором учета электрической энергии. Долгие годы электросети в доме испытывали большие нагрузки. И все из-за того, что здесь нет центрального отопления. Жители, уставшие от постоянных коротких замыканий, решили принять предложение «Караганды-Жарык» произвести полную модернизацию внутридомовых сетей. Старший по дому Елена Витвинчук оценивает высокое качество работы. Да, у нас провода все абсолютно все новые, вот там хорошее сечение, вот нам подсказали, какое что надо брать, мы все это купили, и теперь вот у нас нету такого, что греется там или еще что-то выбивает, а вот рубильники, вот это уже такого нету. Общедомовой прибор учета электроэнергии работает в одной схеме с индивидуальными счетчиками. В конце месяца показания суммируются, полученная сумма вычитывается из показаний главного счетчика, разница которой образуется за счет работы осветительных приборов в общедомовых помещениях, равномерно распределяется по количеству квартир. Дома, построенные в советское время, тогда еще не было таких мощных электроприборов, электрооборудований, которые используются у нас сейчас. Угу. Поэтому сразу уже производится модернизация сетей, то есть уже провода рассматриваются более большого сечения, автоматы более больших номиналов. Да? Это в первую очередь улучшение, обновление сетей. Второй плюс – это качественная подача электроэнергии, то есть уже нет частых отключений. Приобретение счетчика и модернизация электрических сетей обошлись жителям не столь в большую сумму. Деньги люди собирали на протяжении 3 месяцев. Мы всячески помогаем, оказываем содействие всем старшим председателям КСК. То есть мы всячески стараемся как бы подойти к этому вопросу всесторонне, то есть чтобы потом у людей проблем не возникало. И те дома, где стоят ОДН, и где произошла модернизация сетей, где все квартиры приведены в порядок, люди лишние деньги не платят. Согласно правилам использования электрической энергии, потребители устанавливают коммерческий прибор на разделе сетей. При этом цена общедомовых электросчетчиков в специализированных магазинах колеблется от 32 до 37 тысяч тенге. Караганды-Жарык активно агитирует население на установку общедомовых счетчиков электроэнергии. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.